практически во всех регионах России и в Калининградской области в том числе построено много новых детских дошкольных учреждений. Очереди такой у вас нет, так что вы справились. Мы посмотрели детский сад вместе со школой. Детский сад закончен, школа совмещенная сдается к 1 сентября. Вот, но это лишь там, один из элементов. Насколько я помню, у вас нужно построить там, с десяток школ. Вот расскажите несколько слов по этой программе, что предполагаете делать. Проблема со школами действительно она есть. 10 школ нам необходимо в городе Калининграде. Земельные участки мы сейчас забронировали. То есть приблизительно 10 тысяч мест, правильно я понимаю? Ну да, да, чуть-чуть побольше, но мы понимаем, что эта программа будет развиваться. Хочу сказать, что в Калининградскую область за последние 5 лет приехало почти 35 тысяч человек. Если у вас эта программа неплохо идет, ну давайте подумаем, каким образом вас простимулировать в этом направлении. Спасибо.